Совсем скоро Виктория Лопырева станет мамой в первый раз. О своей беременности модель официально объявила совсем недавно, хотя слухи об этом ходили с осени прошлого года. Об отце своего ребенка Виктория решила ничего не рассказывать публике, но от папарацци ничего не утаишь. Лопыреву подловили в Майами, где она сейчас живет, в компании Игоря Булатова, известного бизнесмена и, на радость злопыхателей, женатого человека и отца двоих маленьких детей. Позже выяснилось, что Игорь остался со своей женой, но хейтеров уже было не остановить. На Лопыреву обрушился шквал негативных комментариев и даже угроз со стороны совершенно незнакомых ей людей в сети. Модель поначалу расстраивалась, а потом взяла себя в руки и решила дать отпор всем, кто ее критикует в такой важный период ее жизни. «За эти дни я чего только уже не прочитала», — говорит Вика. «Очень хорошее время проверить, кто есть кто. Моим друзьям и подписчикам огромное спасибо, а тем, кто радостно строчит комментарии про то, что он меня бросит, хочу сказать, никогда не надо бояться остаться одной. Если он хочет уйти, пусть уходит и освобождает место рядом с вами. Все эти ваши бумеранги и прочее, звучит смешно. Любовь – это чувство свободных людей, тем оно прекрасно. Ни штамп, ни дети не удержат рядом с тобой мужчину, если ему с тобой скучно. И речь не только о сексе. Бывает, люди живут годами, а поговорить ни о чем. Но навязанные обществом рамки и условности заставляют людей бояться сделать тот самый шаг, который, возможно, сделает их обоих счастливыми. Просто надо быть честными хотя бы в отношении самих себя. Все в этом мире относительно, и никто из нас не может судить о жизни другого человека. Мы все люди, и каждый из нас хочет быть счастливым. Но вот понятие счастья, пожалуй, у всех разное. Я против того, чтобы цепляться за мужчину просто из страха. А что же люди скажут? А ведь людям, по большому счету, наплевать, счастливы вы или нет, им просто нужен повод пообсуждать. По мне так лучше быть одинокой, чем вдвоем в одиночестве. Всем до